Ну, если я наберу 15, вы пострижетесь на лыс? 15? Да. Я готов на следующий. Если вы набираете больше 15, так, я бреюсь на лысо. А если вы набираете меньше 15, вы сбриваете усы. Тогда да, я готов играть. То есть вас никто никогда не видел без усов? Никто. Готовьтесь, ребят. А вы видели его лысым? Очень кривой череп, это очень некрасиво. Но зато вам придется это сделать. Прошли выборы, посчитали голоса. И Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Поэтому, как честный человек, я должен, конечно, сбрить усы. Ну, я дал слово, и я его сдержал.